Dámy a páni, vás vítam na mém kanále u hry Metro. Ideme pokračovať tam, kde sme skončili, čiže ideme pokračovať. A minule sme sa stretli s typkom Chánom. Takže uvidíme, čo je zač. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Takže ideme za Chánom. To nič nebolo? Nie. Dobre. Poučila zase kopa z mocných pavúkov. Môžem to nejak roztrhnúť. Fuj. Ale jaj. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. А почему это никто не ходит? Слушай слишком долго. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Сейчас он привязанный. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Никто тут плачет. Замри и смотри вперед. Что было? Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Какие флешбеки. Записник. Мама! Где ты? Я дома. А ты повсюду, ты все мусный. Она меня здравит перед нами. Что саде, Хане? Какому предку? Uplatil. A víš, to pojedu sám? Nepustí ma tá pavučina. Aha, ako to bolo F? Nie. Musím to držať F-ko. Hehe. No čo ideme robiť? Aha, tam bol ten tieň toho. Bububu. Čo spravíme? Mám do neho streliť?
se nějak zasekl tu na chlape. Co spravit? Takto. Zaplním batoh, hej. Mám spravit kože, nehorí. Aha! Au. To som asi nemal robiť. Остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их, не прикасаясь к силуэтам. Сосредоточься. Не хапаем то. Посунься. Musíme mať svetlo. Jasne. Toto som zobral teda? Hej, to ako som zobral tu. Переживает свое прошлое раз за разом, вот уже долгие годы. И те живые, что считают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Угу. Куда все ветра, наверное, вышел по краях? Ну а так это некие фатаморганы. My sme mali vlastne vidieť už prvýkrát, keď sme šli s tou našou skupinkou. No a potom vlastne aj podľa knihy, tiež sme išli takto tunelom, zaj s tým Bourbonom. Zamri a smatri vpriad. Davnym-davno тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Угу. Ну а через меня еще так-то с Бурбоном, он начал чувствовать вроде выполнение от Веци. Останай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио. Сонда. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Угу. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай. Из-за этого. Душа мне будет деваться теперь.
И даже после смерти человек остается в метро. В этих трубах. To se mi páči, ty pavučinky. No super. Že jich Hanan zdrhal. Teraz jsem pozor, že do bandaské tam benzín a bum. Nič, ty je Han. A co je tam vnútri? Myslím, že to z toho, že z toho hýbe. Diavol. To bola kryca, to som nebol ja, a to bola ona. Ohoho, 8 patronov brokovničných. Čo to sú baterky? Na generátor. No sústredím sa, čo teraz? Fú. Nemusel si si dať. Этот несчастный из Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Слово финта. А как бы я мог отомкнуть эти замкнутые вещи? Или надо никто? Nejaký nástroj na otváranie, ale... Tak. Idem že. Počkaj, to nám ešte nehrá. On... Počkaj, ako som... Aha, kontrol. On prechádza cez tie... Počkaj. Ako by on prešiel? Aha. On prechádza cez to pavučiny a ja nie. Že bol nejaký duch. Сосредоточься. Сустримся. Стали за тебя. Что-то не видит ничего. Изражение ничего.
Где? Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Стоим. Надо куда нам встать? Хотя понял, ты сейчас... Вау, ты как же стану сверху? Сразу так. Замри. Блок. Светилку. Булечка. Это был некий сентинел. Некий страшца си. Мы называем это аномалией. У нового мира новые болезни. О, страшная вещь, да. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут а там еще? Безопасно. Кабедня? Разно. Убежим за тебя. Ты будешь. Ты будь. Будь осторожен. Да. А ты это. Подожди, ты скачи на хребет. Фуга, фуга. Дьявол. Докелу. Готовься. Чудовище возвращается. Адреналину. Цокол сушетка. Еще никто. Будь наготове. Вмешиваться не стоит. Так, сразу нам аномалия пекни помогла. Вот так оно и происходит. Живой пример. Ну что, я вам таки-то? Чем я таки-то? Там тут браконицу. А сколько я сам смысл? Že ako to mám len takých 6 nábojov, že? A na tú takú chaosnejšiu bitvu to asi není. A toto mám takýto a tento má taký istý. Čiže ešte mi je rozdielný.
ты то самое. Почка, где смысл? А там и. Впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Ну, как же можем держать броню? Я си мислим, что... Думаешь ли ты, что люди Пулоса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. За счет там вещи смотрели, да? Он принципиальный. Школа мыслит. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Ну, так же мы за собой дальше капитулу. Tuto kapitolu budem zase natáčať na budúce. OK, tak toto bola taká malá prechádzka s takým tunelovým systémom, s chánom, ktorý je veľmi zvláštny typek. No tak spoznajme aj nejakú tú anomáliu, svetlušku. OK, dobre, tak majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdenia. Ja sa na vás teším zase na budúce. Ahojte.